Компания Samsung анонсировала смартфон начального уровня Galaxy Grand Prime Plus, который на некоторых рынках, в том числе и в России, будет продаваться под названием Galaxy G2 Prime. В обоих случаях модель имеет кодовый номер SMG532. В качестве процессора в анонсированном устройстве был использован 4-ядерный MediaTek MT6737T. А это значит, перед нами первый смартфон Samsung с чипсетом от данного производителя. Galaxy G2 Prime получил 5-дюймовый дисплей с разрешением QHD. QHD – это четверть от HD, 960 на 540 точек. 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Поддержка сетей LTE, а также аккумулятор емкостью в 2600 мА. В телефоне присутствует камера 8 мегапикселей, а также фронтальная камера на 5 мегапикселей с LED-вспышкой. В продаже появятся варианты с 2 гигабайтами оперативной памяти, а также 16 и 32 гигабайта встроенной памяти. Присутствует слот расширения карточки microSD до 256 гигабайт, что неслыханно для устройств бюджетного сегмента. G2 Prime работает на операционной системе Android 6.0. Возможно, стоит ожидать 7-ю, поскольку смартфон новый. В настоящее время аппарат доступен в 3 цветах – золотой, серебристый и черный. Средняя цена на рынке – около 10 000 рублей.